разные питомцы и узнай, какой он изнутри. Так классно, ребята! Милая история! Алло, Лолушка, привет! Привет, Балби! Я хотела сегодня подойти к тебе в салон, чтобы поухаживали за моим лабрадорчиком-питомцем. Есть свободное время? Конечно, есть свободное время. Отлично, тогда мы сейчас подойдем. Ждите нас. Хорошо, буду ждать. Пока. Пока. Пойдем, мой хороший, в салон. Сейчас за твоей шерсткой поухаживают, и ты будешь у меня красавицей. Не спеши, не спеши. Сейчас успеем, Лол, нас уже ждут. Добро пожаловать к нам в салон. Спасибо, Лолушка. Я очень хочу, чтобы моя собачка-лабрадор выглядела прекрасно. Есть что-нибудь для ее шортки, чтобы она была шелковистая? Да, есть акриловый шампунь. Тогда давайте ее помоем, расчешем и накормим. С удовольствием, я смогу все это сделать. Отлично. Иди, мой хороший салон, познакомься с моими мастерами. Привет, моя хорошая. Я тебе помою сейчас шерстку, нанесу шампунчик и расчешу твои волосики. Ты чудо, будешь красавицей. Так, нанесем шампунчик. Помылим голову, ушки. Нравится, ну конечно, это приятная процедура. Нравится всем нашим щенятам, собачатам. Нанесем огуречную маску. Как ты себя чувствуешь, малыш? Хвостиком виляешь, значит нравится. Сейчас будешь себя чувствовать прекрасно. Так, убираем огуречную маску. Хо-хо, вот это результат! Неожиданно! Вот это красавица! Правда, немножко напоминаешь теперь пуделиху, а не лабрадора. Балби, все готово. Можете задать своего питомца. Ой, бегу, 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 бегу. Какая прелесть ты у меня. Мое чудо. Ты выглядишь великолепно, как принцесса среди лабрадор. Вот это эффект. Лол Пэт Салона. Я очень довольна. Спасибо тебе, Лолушка. Вам понравилось, как мы сделали из него красотку такую? Невероятная красотка! Ой, пойдем, моя хорошая! Добрый день, это Лол Пэт Салон. Что вы хотите сделать? Здравствуйте, я бы хотела прийти со своим питомцем, но он очень необычный. Сделать ему новый образ. Это возможно? Да, мы можем делать любую прическу. Отлично, тогда мы сейчас к вам заглянем. Привет, ребята! Это Маланд История. Меня зовут Меланангел. В чудо-салоне появился новый питомец. Какой он миленький, ребята! Ребята, это новая мейковая серия. Вот, написано вот тут. Вымой питомца и узнай, какой он изнутри. Так классно, ребята! Ну что, начнем открывать. О, ребята, Сликот видела щетки. Ребята, начинаем открывать. Вот она и молния. Так, платил. Ой, какие там глазки, ребята. Ребята, смотрите, неужели это будет питомец от королевы пчелки? Нет, ребята, какой-то комочек или пчелка какая-то. Ну что, а следующий слой фена. Какой красивый. Так, ребята, откроем. Ребята, эти сюрпризы похожи на шампуни. Она попалась. Такой вот шампунь ярко-оранжевого цвета колала. Смотрите, а крышечка как у, такая вот сбитая сердцем. А вот, давайте мы его откроем. Сюрпризы! Сюрпризы, влажные. Ребята! А туалетик похож на мыло яркого, красивого цвета. Такого малинового, ребята. Ребята, ну что, начинаем открывать сюрпризы. Начнем с этого басова. Какой же интересный у нас здесь сюрприз. Другой салон. Это у нас цепочка, ребята. Как котелька может быть, ребята, вот такая. Можно посадить питомца, и он вот так будет качаться.
Смотрите, ребята, я прикрепила вот такую вот лучку. И лак стал похожим на сумочку, ребята. И сюда можно складывать необходимые, что ты хочешь, мыло и что-то, да, питомцы. И можно так закрывать и носить, как сумочка, ребята. Ну что, откроем основные сюрпризы. Так. Какая же интересная у нас будет сумочка. Ребята. Ей какая красивая клеточка, ребята. Другой пакетик. Смотрите, Hello Supplies. Yes, yes. Так. Ребята, а такой классный совочек. Так, наверное, будет киска нам попадется. Так, а вот и следующий пакетик. Так, вот отсюда надо. Там слик, ребята. Какой миленький. Ребята, какой он голосенький. Такого классного цвета. Очень хочется узнать, какой он изнутри. Ребята, а до этого нам нужна вода, и мы должны его искупать. Откроем песочек и узнаем, какой там отсушал. Один, два. До этого нам надо вот такой совочек использовать. Откроем. Он такого красивого цвета. Там что-то классное, я вижу, ребята. Давайте возьмем так. Там ботиночки. Какого классного, красивого цвета. Вот классно, что они так придумали. Так, есть еще один. Они такого классного цвета. Классно. Ребята, а второй ботиночек голубой. Они классного цвета. И второй тоже голубой. А где еще один классненький? А, вот он, ребята, смотрите. С этим песочком можно и гладить. Ребята, вот надо его собрать вот так. Он такой приятный. И можно его сюда вот... Ребята, смотрите. А еще это можно использовать как лаватка, точно. Тут подушечка. Ребята, откладим крышечку вот так. Откладим. Вот так сделаем. И у нас получится такой вот душик. И сюда мы положим нашего котенка. Ребята, я принесла водичку. Давайте мы его опустим и узнаем, какой изнутри он. Все исчезает, ребят, смотрите. Кажется, я уже догадалась, кто это, ребята. Ой, ребята, у меня есть старшая сестра, маленькая сестренка. Теперь у меня полная семья. Давайте мы его смоем. Вот уже верхняя часть отошла. Сейчас снизу смоем. Смотрите, ребята, мы его искупали. Одели туфельку, свечку. И вот такой он у нас получился. Такой миленький. Ребята, а вот и наша полная семья. Вот у него клузочка, ребята. Совочек. И вот у меня полная семья. Я радостная. Ребята, вам понравился наш пет-салон? Ребята, мне он очень понравился. А вы хотите, чтобы из вас сделали такую красотку? Я бы тоже хотела, чтобы из меня сделали такую красотку. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал на этой истории. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео и наш розыгрыш. Ставьте лайки и увидимся в следующем видео. Пока-пока. Чмоки-чмоки, обнимашки. Сладкие обнимашки питомцев, ребята. Что за чудо? Ребята, пока-пока. Ha ha ha!